Только не он. Все в порядке. Никакой паники, они в банке, все выходы перекрыты. Я с ними на связи. Передай, что к ним идет человек. Я не понял, кто к нам идет. Но мы же никого не ждем. Так, девочки, что за бардак вы устроили? Деньги получают в кассе, все по домам, а я здесь буду наводить порядок. Быстро. Что за дела? Командую здесь я. Стоять! Или я этому парню прострелю бочку? Нет, нет, ты не будешь стрелять. Здесь это только мне позволено. Вот. Это все, что осталось от вашей подружки. Лучше сдавайтесь, не то вас ждет такая же эпиляция. Ирен, мне плохо. Я его очень боюсь. Да что он может сделать? У нас есть бомба и пушка. Он пудрит нам мозги от винта. А, так значит, у тебя там пушка. А я думал, что это у тебя обычный фен. Заткнись! Расстегни куртку и покажи нам свой ствол. Ну и ну. Боже, какой большой. Я его боюсь. Давай сюда. Не стоит, у него сильная отдача, сломаешь себе ноготок. Хватит болтать чепуху. Положи ствол на пол и подтолкни его ко мне ногой. Я предупредил. Девочки, вы это видели? Девочки, игры кончились. Я считаю до 10. Считать буду медленно, чтобы вы не сбились со счета. Твоя пушка у меня. И что после 10? 1, 2. Прекрати, или тут все взлетит на воздух. 3, 10.